Приветствую всех, Лев из Удмуртии пока еще. Едем всей семьей внезапно в такую прогулочную, так сказать, поездку до Москвы. Так что какие-то моменты вам покажу традиционно. Приятного просмотра. Ну а первая остановка у нас в селе Алнаше, это юг Удмуртской республики. Небо ясное, хорошая погода. Следующая остановка — деревня Старая Юмья, где растут замечательные ромашки. Добрались до Москвы на ближайшие 3 дня. Это наше новое место жительства. Погода достаточно пасмурная, но по крайней мере в дороге был дождь, сегодня дождя нет хотя бы. Поедем в московский зоопарк. Метро Румянцева. Решили на машине не ехать, а оставить машину здесь, дальше на метро. Это первая у нас будет поездка на метро всей семьей. Вот наше семейство с колясочкой мы. Сейчас поедем. Московский зоопарк. Ну вот мы и внутри. Многодетным семьям вход свободен, а так взрослые 1000 рублей, детям 700, до 4 лет бесплатно. Московский зоопарк. Поймал птичку и радуется. Соболь с птичкой в зубах носится. Они для нас особенно интересные, потому что в нашем Ижевском зоопарке их нету, к сожалению. Может быть, когда-нибудь появятся. А тут целое семейство проживает. А вот что я не обратил внимания во время прошлого визита сюда в зоопарк, то что есть возможность изнутри все это разглядывать. Внутреннее помещение рядом же. Вот этот слоник кушает.
Здесь же можно порелаксировать, смотреть на морского льва. Не видно из-за как раз распроса такого. Хочешь дождаться? Да, я сюда хоба. Да, хотелось же быть. Пять вот эту маленькую. Еще одно животное, которое нам особенно интересно, это панда. Также в Ижевском зоопарке у нас она не представлена. Лежит, отдыхает. Этому Мишке, видать, очень скучно. Внимания он на нас не обращает. Ой, какие пушистые, лохматые. Что вы сегодня не причесаны, девочки? Думаешь, мальчик, думаешь, мальчик. Идем дальше. Ну куда пошли ты, я хочу. Кать, запихай палец. Нет. Андрей, близко не подходи, отойди подальше. Не надо. У него такой клюв, может, просунет его вместе с головой. Новая часть зоопарка. Перешли по надземному переходу, прямо над улицей. Это кенгуру! Кошка! А у деда кто-то? У деда выдали? Подожди, или кто? Наверное, тоже. Обнаружилась целая гора снега. И плавающий мишка. Росомаха. Есть и контактный зоопарк. Вкусная морковка, вкусная, конечно. Местная развлекуха. Перекусили в кафе. Дело к вечеру идет. Думаем, еще, возможно, в планетарий сходим. Чек, значит, вышел на небольшой перекус. 850 рублей. Вот, и еще про дорогу хотелось бы сказать. По платной дороге ехали. Там счет 5 429 рублей. Ну и
что-то около 5 на бензин еще. Так что вот примерно расходы, если по платной дороге ехать, вот 10 тысяч рублей от Ижевска. На платных дорогах, конечно, ехать быстро и хорошо, вот, но хотелось бы больше заправок. Потому что был момент, когда заканчивался бензин, а заправок все нет и нет, и пришлось ехать с этой платной самой дороги. Потом было довольно проблематично на нее вернуться. И, возможно, из-за этого еще и дороже стало. Ну, хотя не уверен. Некоторые даже заправки отмечены на карте. Заезжаешь, а там еще стройка идет. Хотя бы какой-то был указатель бы перед ней, что она еще в стадии строительства. Ну, а так наверняка у кого-нибудь вопрос возникнет. Сколько ехали, выехали не слишком рано, в 9 часов. Еще заезжали в 3 места к родственникам. И приехали, несмотря на петляния небольшие, где-то в районе 10 часов вечера. То есть, в принципе, в течение одного светового дня довольно комфортно можно добраться до Москвы от Ижевска по платной дороге. Мощная горилла, да? Смотри, смотри, смотри. Блин, все, все пошли. О, можно, можно, все, теперь. Смотри. Это батат. Видишь, он тоже нашел. Через минуту вышел с трубы. Я с дверью. А ты уходишь. Теперь мама на ухо ест. Пойдем. Ну, как они любят играть в песочек, да? Как они любят копать ямки классные. Пойдем. Посмотрите только на этого красавца. Пятнистого, высокого. У нас таких в Ижевске нет. В теплом павильоне он, помещении. Субтитры сделал DimaTorzok.
первую часть видео с Москвы решил на этом завершить. Последующие дни все равно что-то еще буду снимать. Так что, если пришлось по душе видео, было чем-то интересно, может быть и полезно, то палец вверх. Смотрите на Дзене, на Рутюбе, на Ютюбе, ВК-видео, везде публикую. Так что, если видео нравится, то комментируйте, делитесь в социальных сетях. С вами был Лев, на этот раз из Москвы. Всего доброго!